Здравствуйте, здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. Что сегодня я буду готовить за свою имбиротерапию? Конечно же, имбирь. Послушайте, сейчас столько болезней, болеют только те, я заметила, кто вот не использует вот эту смесь, кто упорно, вот упорно травят своих детей всякой ерундой. Имея баночку, одну баночку такой смеси, а у нас сегодня будет два вида смеси, вы просто своих деток, и не только детей, себя обезвредите. Просто обезвредить. Неужели вам не хочется обезвредить себя и своих деток? Значит, смотрите, мы будем использовать имбирь. Кто говорит пропорции, у меня никаких пропорций нет. Я все делаю послойно, один к одному. Делать будем, может быть, вот сколько есть имбирь, столько использую. Сегодня у нас будет имбирь, сегодня у нас будут лимоны, сегодня у нас будет алоэ. Представляете? Вот есть... У меня один человечек, Ириша, вы ее часто видите, она присоединилась тоже ко мне только в прошлом году. И я вам хочу сказать, за год у нее прекрасные результаты, она не болеет, ее ребенок в порядке, все они молодцы и умнички. И она сама почувствовала, занимаясь имбиротерапией, вот используя вот эту смесь каждый день, она может вам подтвердить, что совершенно здоровый человек. Ну, я думаю, что и все девчонки, которые этим занимаются. Во-первых, имбирь, вы все прекрасно знаете, что такое имбирь. Да? Он борется вообще со всеми бактериями вредными, которые разрушают наш организм. Кто регулярно использует данный продукт, имбирь, именно имбирь, тот мощно, мощно повышает свой и укрепляет иммунитет и борется со всеми паразитами в организме. Именно паразиты, они уничтожают наш организм внутри своими фекалиями, своей жизнедеятельностью, сжиранием наших органов. Да? Вот лучше, чем имбирь, даже чеснок не может справиться. Вот. И служит, конечно, отличной профилактикой разных респираторных заболеваний, в том числе и инфекционных. Инфекция там, где хороший иммунитет, не живет. Она там не живет. Еще имбирь же, он хорошо, это прекрасное отхаркивающее, обезболивающее, патогонное действие. Всю ненужную грязную среду из вас удаляет. Понижает такое, знаете... Ощущение дискомфорта при гриппе, простудах кого. Но это не значит, что хвататься за имбирь, когда вы заболели. Это нужно в течение вот всех этих месяцев, как я это делаю, как все это делают. Да? Ну и потом, не забывайте, всегда помните, что это растение, это противоглистное, это растение отхаркивающее, это растение сжигающее жиры. Вот так вот. И ненужный холестерин наш весь, и все уходит. Вот, качество зубов улучшает, чисто если имбирь брать. Сколько там эфирных масел, да? Всего не перечислишь, у меня есть видео про это, поэтому смотрите, что я делаю. Я беру, выкладываю имбирь, и у меня буквально через сутки выходит отсюда сок. Сутки постоит, и этот сок я по одной чайной ложке добавляю либо в чай, либо просто водичку теплую. Либо просто выпиваю. Дальше ложка меда чуть-чуть не повредит, да? Так. Дальше мне нужен лимончик. Ну, а вы скажете, а что, если попадет туда эта косточка? Ну, и попадет. Ничего страшного не будет, поверьте мне. Вот эта горькота, она иногда нужна. Видите, лимон заранее помойте и просушите, потому что так надо. Вот, все. Можно на терке, кто хочет, в комбайне, кто хочет быстрее сок. Но я так делаю быстренько. Раз, выкладываем. И вот так слой за слоем. Слой за слоем. Ой, у меня упало. Ой, упало. Так, раз, лимончик ушел. Опять имбирчик пошел. Имбирь я не прибиваю, я прям вот так вот делаю. Думаю, что пора. Пора немножечко медика добавить. Ровно сутки лекарство готово. В холодильник можно не ставить.
Можно просто в шкафчик поставить, ничего с ним не будет, потому что он бактерицидный абсолютно. У меня он долго не стоит. У меня он очень быстро. Так. Вершки, корешки. Все это делается быстро на ваших глазах. Ну, лимон. Лимон здесь витамин С такой немерено огромный. И взаимодействие со всеми эфирными маслами, всей группой витаминов, которые находятся в имбире, это самое лучшее сочетание. Вот такой вот дуэт. Лимончик и имбирчик. Еще очень люблю вместо лимона добавлять, например, делаю дуэт имбирь и грейпфрут. Изумительная вещь. Это вообще, ну это чисто на сжигание жира. Лимон тоже отлично сжигает жир. Но я так сильно, знаете, не буду. Сильно не буду. Вот так. Еще немножко имбиря. И еще лимона. Косточки попали. Ну и что? В косточках тоже много чего. Там есть в косточках витамин В17. Он как раз противораковый. Кожура, она содержит столько эфирных масел лимона. Цедра настолько полезна, что только помыть, хорошо помыть, просушить. И все, вот у меня уже одна баночка и готова. Вот так вот, дорогие мои, я это делаю. Все очень быстро на ваших глазах. Чуть-чуть еще. Видите, слой за слоем. Имбирь, лимон, имбирь, лимон, имбирь, лимон. И периодически мед. Все. Одна банка готова. Это я на неделю делаю. Один вид у меня вот такой. Сейчас делаю второй вид. Все. Мой иммунитет в порядке. Иммунитет моих детей, моей семьи, моего мужа в идеальном состоянии. Каждый день принимаем все. Потом вы привыкнете. Вам, вы знаете, вам даже понравится этот вкус. Сначала, конечно, остренький. Очень остренький. Вот мед проникает. Если нужно, я потом еще добавляю меда, еще. И набирается соку много. Вы скажете, а если меда нет, можно ли добавлять сахар? Ну, сахар нежелательно, конечно, но за исключением, если у вас ничего нет, ну что ж, тогда сахар, но лучше всего мед. Тогда это и лекарство, и удовольствие, и это мой чай в течение всей-всей недели. Так, дальше, второй вариант. Второй вариант, сейчас идет корь. Это страшное заболевание. Сейчас я немножечко еще имбиря, еще корень имбиря, вот он такой. Страшное заболевание, гепатит идет, да, на печень удар. Это все инфекция. Инфекция, вот можем пройти вдвоем по инфекционной клинике. Один пройдет и заболеет у того, у кого иммунитет слабый, а второй пройдет, не заболеет. Знаете, приходят дети, кашляют, грипп, заболевает кто-то, а кто-то нет. Вот кто не заболевает, да тот, у кого повышенный иммунитет. Я пока не знаю лучшее средство, я не могу вам сказать, назвать лучшее средство, чем имбирь, лимон, алоэ. Пока нету, не придумали ни ученые, никакие витамины, никакие минералы искусственные, ничего не заменит. Даже если вы хоть в самую лучшую аптеку мира зайдете и купите самый дорогой витамин в мире, я вам даю гарантию 100%, что у моего сына иммунитет гораздо выше, чем у вашего ребенка. Сколько бы денег у вас не было, я даю 100%. 100. И это не только я говорю, это слава Богу. Но почему это так происходит? Вы думаете, что только имбирь? А кто меня надоумил на этот имбирь? Кто меня надоумил на этот лимон много лет назад? Это ж не вчера. Это всю жизнь. Ну, во-первых, конечно же, мудрость нам и голова, и сознание дано, и совесть в том числе, от Бога. Все, что мы чувствуем, осязаем, обоняем, видим, слышим, любим, чувствуем, наслаждаемся, это все от Бога.
Если нет, мы бы были просто бы физическая плоть, которая просто ничего бы не ощущала, не понимала, не чувствовала. Поэтому слава Богу, когда вы идете в унисон с Богом, прислушивайтесь к мудрости, не делайте лишний шаг налево-направо, ну, как, например, там, не впадаете в наркотики, в алкоголизм, в курение и так далее, то у вас все степенно, хорошо, Господь Бог говорит, ну, послушное дитя, послушное дитя. А что делают с послушным дитем? Гладят по головке, просто гладят. Итак, и нам понадобится в этом рецепте еще и алоэ. Почему здесь я использую алоэ, дорогие мои? Потому что вот сок алоэ, он называется сабур, из листьев. Во-первых, вы скажете, да, лечит больных. Во-первых, алоэ вера обладает бактерицидным мощным свойством и активно в отношении таких бактерий, как, представляете, стрептококк, стафилококк, дифтерийная, дизентерийная палочка. Вот такие инфекционные заболевания, вот эта вещь лечит, лечит. А если я это использую, когда я ничем не болею, то мне повышает иммунитет. И здесь настолько живые организмы, столько хлорофилла, что нигде больше я не возьму. Из сока алоэ вера был выделен антибиотик, называется он барбалоин. Можете записать, барбалоин. Вот что я перевела в Оксфордском университете в статье. Вот этот вот антибиотик барбалоин, он эффективный при туберкулезе, кожных заболеваниях. Его применяют также при хронических гастритах, панкреатитах, колитах. У кого конъюнктивит, прогрессирующая, я не знаю, ну, близорукость, помутнение там стекловидного тела. В общем, я не могу перечислить все полезные свойства сока алоэ. Вот есть такая вещь, да, сабур. Это сок алоэ, это свежие листья, экстракт и сабур, сгущенный сок, скажем так. Для этого растения, кстати, растение должно быть не раньше, чем 3 года. Вот 3 года, если оно у вас растет, и больше. От 3 лет и выше можно использовать листья. Вот тогда там все это есть. Тогда хороший эффект. Когда у кого хронические запоры, тоже прекрасное слабительное. Вот, изготовляется сабур из отжатого под прессом сока и рекомендуется для лечения гастритов. Мы будем делать с вами сабур. И мы будем делать, для чего, я вам потом расскажу. Ну а сейчас нам ни в коем случае нельзя допустить ни корь, ни дифтерии, ни стафилококк, ничего. Сейчас середина января. Прошли все праздники, все, и нам нужно продолжать себя укреплять. Вот этим перееданием многие люди себя просто уничтожили той картошкой, майонезом. Вот достаточно этих двух продуктов, майонез, картошка и что-нибудь жареное, для того, чтобы просто уничтожить в ничто, превратить свою печень. Нужно теперь восстанавливать все, в том числе и печень. Вот этим мы и будем. Это как, скажем так, биостимулятор наш, потому что биостимуляторы, находящиеся в листьях алоэ, они усиливают обменные процессы в клетках и способствуют затягиванию и заживлению ран. Даже если у вас какая-то ранка в желудочке или где там в кишечнике или где-то еще, понимаете? Вот поэтому мы делаем вот такой препарат на основе алоэ вера. Смотрите. Это я держала как... Я тоненько, видите, нарезаю прям тоненько, тоненько, тоненько. Вот так. Перед этим я выдерживаю в холодильнике примерно недельку. Неделю они у меня, листочки, полежали в холодильнике. Все. Можно в фольгу завернуть или даже можно в полиэтиленовую. Тогда еще лучше свойства все. Итак, выкладываю. Сначала у меня, как всегда, идет имбирь. Про имбирь я уже говорила, да? Ну и сейчас. Теперь не помешает меда. И на мед. Прям на мед. Так, вам видно хоть, что я делаю? Вот, на мед я выкладываю немножечко алоэ. Алоэ. Так.
Хорошо, опять имбирь. Опять мед, чтобы алоэ пустило сок. Вообще, у каждого в доме должен стоять алоэ вера. Для меня это просто панацея от многих-многих болезней. Поэтому, в принципе, я и не болею. Так, что я делаю? Мне нужно лимончик сейчас. Есть лимон. Теперь алоэ. Алоэ вера. Теперь слой имбиря. И давайте еще меда. Мед, он вытягивает все самое необходимое, что нам нужно. Изумительно. Представляете, неделю какого чая, какого сока мы будем пить? Очень острое, поэтому только разводим в теплой водичке. Получается у вас изумительный напиток. Полезный. Теплый кипяченый в воде. Вода должна быть не из крана. Из крана хлоры уничтожат вас очень быстро. И вы не будете знать, почему вы так часто болеете. Потому что вы надеетесь на то, что вода из крана вас вылечит или даст вам здоровье, или спасет вас от обезвоживания. Нет. Вода из крана способна вас только уничтожить. Все. Потому что она уже давно некачественная. И, может быть, вы с фильтром уберете какие-то тяжелые металлы, но хлор фильтром не убрать никак. Некомпетентный человек скажет: хлор положите, и он улетучивается. Давайте, поставьте белизну, откройте крышку, пусть у вас улетучивается. Сможете ли вы выпить потом? Превратится ли ваша белизна в водичку? Вот таким образом я доказала, там мне писала самая умная одна женщина, она, видно, химик, она знает, что весь хлор улетучивается. А вот если простой опыт она проведет и нальет белизну в стакан и поставит, то у нее ничего не улетучится. Ничего не улетучится. Может быть, только часть какая-то в парах, как и вода сама по себе, тоже улетучивается. Так, все. Дальше мне нужен лимончик. Раз, раз, раз. Лимончик. Положили лимон. И мало того, мы еще ж все чистим. И сверху имбирь и алоэ вера. Так, прекрасно. И теперь опять мед. Вот такое лекарство, вот такой вот состав витамин изумительный, который есть вот здесь, вы нигде не встретите, вы нигде не купите, ни за какие деньги, ни за какие деньги. Еще раз говорю, разводите в тепленькой водичке. Вот ваш чай, вот ваш напиток, вот ваши соки. В течение всей зимы, каждый день, наверное, еще один лимончик не помешает. Да, поместится, пожалуй. Пожалуй, поместится. Я щедро делюсь всеми знаниями. Почему? Потому что смотрит моя семья, смотрит моя интернет-семья. И потому что, еще самое главное, я люблю благословлять людей. Я хочу, чтобы люди были здоровы, чтобы они были добрые, веселые, радовались каждому дню в своей жизни, наслаждались жизнью, наслаждались вот этим разнообразием вкусом. Это ж и вкус бесподобный, это ж можно добавлять и в салаты этот сок, и в маски. Оп, великолепно. Да, поместилось. Точно. Видите, я все делаю на глаз. Я прям так. О, уже пошел сок. Посмотрите, сколько соку. Посмотрите. Вы видите? Посмотрите, как уже сок. Сразу все дает сок. Вот это сок. Вот это я вам скажу сок. А все остальное в магазинах, все это ерунда, честное слово. Так, оп, красота. Если понадобится, я потом еще добавлю меда. И меда-то не так уж много пошло.
Все, если понадобится. Если нет, то нет. Вот и замечательно. Все, на неделю я запаслась чаем. Теперь мы по чуть-чуть будем добавлять каждый день. Будьте благословенны вы, ваши близкие, не болейте. Это изумительная вещь, панацея от всех болезней и инфекционных в том числе. А самое главное, эта смесь сжигает жиры нещадно. Люблю вас. Пока-пока.